Так вот, с нами играют наперстки. С нами, как с обществом. Так вот, чтобы не дать возможность играть наперстки, мы должны сказать, ну мы уже наслышались разговора. Давайте действовать. Не будете действовать вы, будем действовать мы, общество. Все политические партии, все классы, все люди со всех. Почему очень важно в Харькове? Потому что это самый главный центр после Киева, наверное, Украины, однозначно. И тут есть огромный интеллектуальный и политический потенциал. И есть огромные проблемы. Все вместе. И огромный потенциал, и еще более огромные проблемы.